Проработала 3 дня и уволилась. Обычная история, казалось бы, если бы не одно «но». Уволившаяся забрала с собой 100 тысяч рублей, принадлежащих фирме. В организации по осуществлению клининговых услуг в Санкт-Петербурге 40-летняя женщина-бухгалтер воспользовалась отсутствием генерального директора, унеся с собой не только деньги, но и документы, которые оставляла при устройстве на работу. Видео с места происшествия в редакцию «Life» прислал гражданский журналист через приложение «LifeCor». И на кадрах мы видим, как сотрудница в спешке покидает помещение компании, спрятав деньги в своей сумке. Женщине хватило на все буквально несколько минут. Но в Петербурге недавно совсем была очень похожая история. В конце сентября утром из офиса по установке окон, устроившийся за день до этого молодой сотрудник похитил все ноутбуки, скрылся в неизвестном направлении, оставив свое руководство без компьютерной техники. И все это тоже попало в поле зрения камер наблюдения.